Если в КПТ одна из главных техник – это цунами, значит, не делая его, невозможно избавиться от социофобии, агорафобии и тревожности. Нет в КПТ самой главной техники. КПТ – это не набор техник. Это, по сути, такой многослойный пирог мировосприятия и того, как мы вообще делаем себя тревожными, социотревожными, боящимися куда-то выйти. Цунами – это техника усиления, техника по Виктору Франклу «Парадоксальные интенции». То есть иди на страх, усилий его. Но вы не сможете приобрести свой безопасный опыт при агорафобии, не посетив магазин. Мы можем сколько угодно дома сидеть, разговаривать об этом, убеждать. Это будут тоже такие психологические поглаживания, уговоры. Поэтому, конечно, это не поможет.